Сами с ребятами из команды не раз выезжали туда и на освобожденной территории, в Краснодон, это которая территория именно, которая закреплена за Тюменской областью, организовывали там уже в рамках налаживания, скажем, там жизни, там мы участвовали в организациях спортивных соревнований, провели турнир по боксу, возили специальный инвентарь для спортсменов. Вот. Не раз выезжали уже туда на передовую, где уже возили и снабжение для наших подразделений. Недавно от Совета сторонников была организована акция «Медицинский десант», где организовано было прохождение узких специалистов в поликлинике имени Нигинского. Также вчера в Тюменской областной думе была организована встреча также матерей и жен военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции. То есть в преддверии 8 марта мы поздравили, вручили цветы, сказали добрые слова в плане поддержки.